И здорово, чуваки, с вами снова я, Карл Джексон, и мы опять играем в Да или Нет. Я думал, что не получится записать этот видос, но запишу. Вот сейчас, если мне монетка выпадет, то, скорее всего... Ладно, погнали. О, колесико! Дай мне хотя бы одну монетку. Вот одну монетку, если я получу, то в следующий раз, когда я буду записывать... Когда мне понадобятся монеты, я смогу получить еще одну монету. Эх, жалко. По неизвестным причинам женский организм чаще отвергает пересаженное сердце, чем мужской. Не уверен, чуваки. Это вероятность низкая. Что? Ну да. Да так, по статистике врачей женщины чаще отвергают пересаженное сердце, чем мужчины. Германия больше, чем Франция. Нет. Точно, потому что Франция больше, чем Германия. Турция больше, чем ЮАР. Вы что, офигели? Сразу второй вопрос такой же подряд. Нет. Здорово, из этих двух стран больше именно ЮАР. Этого человека зовут Владимир Владимирович Путин. Президент России, да. Волк и лиса были первыми пассажирами воздушного шара Монгольфьера. Не знаю, что такое. Допустим, нет. Монетку бы лучше. Да, вы правы. Первым на воздушном шаре повезло путешествовать... другим животным, а именно овце, курице и утке. Ветряные мельницы вращаются не от дуновения ветра, а под действием веса лопастей. Ну... да. Тут, блин, их чё, не зря же их называют ветряными, блин! Ветряные мельницы вращаются как раз таки под действием ветра, понятно. Венера находится дальше от Земли, чем Марс. Да. Да, это так. Венера находится дальше от Земли, чем Марс. Раньше налоговые инспекторы назывались мытарями. Да. В точку. Раньше мытарями называли сборщиков податей. По современному налоговый инспектор. На картинке изображен бывший президент Грузии. Может, сейчас ошли? Да. Правильно, это фото бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили. На картинке изображен Гобой. Гобой. Сейчас выяснится, что это не Гобой. Вы не правы, на картинке действительно изображен Гобой. Музыкальный холдсмит. Мне не хватит монеток. То есть мне придется, наверное, два раза подряд. Короче, чуваки, на этом пока что все. Скорее всего, через серию это будет. То есть, допустим, когда я в следующий раз дойду до этого, монетку мне дадут одну. Так что через серию. Так что пока.